Ребят, всем привет, с вами Inspire 99. И в сегодняшнем видео мы поговорим за ЛБЗ, новый ЛБЗ, который будет. Информации много, информация немножко тяжеленькая, к ней нужно привыкнуть. Так вот просто с насколько прочитать на сайте можно и во всем не разобраться, если вы не искушенный игрок. В общем, сегодня мы во всем этом деле разберемся, покопаемся, и, конечно же, поговорим. Да, до обнова уже остается 124 дня. Ну, сколько это получается? 4 месяца, практически, да? Поэтому ждем а, тут уже, ну в целом, да, про это звездное небо наверное говорить не стоит. А, тут у нас вся информация по ЛБЗ содержится вот здесь в кратеньком абзаце, и потом более открытая она. Охота за новым танком 11 уровня пройдет по следующим правилам: за выполнение боевых задач и операции, вы получите уникальные танки. Ну, то есть, как и в любой ЛБЗ, да, вы получали там, допустим, 26.0 там штюга, потом там получали, что чтобы у нас шло я уже и не помню, после Штюга Т-55А, по-моему, дошла, и потом 2.6.0. То же самое было у нас из 2.7.9, то есть сначала, что там у нас, 6 уровня, что-то... Такой какой-то маленький танчик, такой интересная пт была, потом была Химера и 279. Забыл, как на шестом левеле танк, напишите в комментариях, как его звали. Вот, и теперь здесь то же самое. То есть за прохождение первой части ЛБЗ вы получаете АРМТ США, легкий танк, легкий. Вот, это прям удивительно. ТФ Кларк США, тяжелый танк 9 уровня, и это огнемет. Огнемет. И Project Murat. Франция, средний танк с крепкой башней и барабаном на три снаряда. 10 уровень. Выполнение задач всех трех операций с отличием будет отмечено по истине королевской наградой сверхтяжелым двухствольным танком 11 уровня. То есть, если вы пройдете все эти ЛБЗ тип с отличием, то, соответственно, вам еще и дадут двухстволочку 11 уровня. Как-то так. Ну, это девятка, это, насколько я понимаю, или точнее вот это огнемет, да, тут нужно разобраться, но ну, вот он, танк девятого уровня, просто он так в топе отмечен обычно у нас танк типа самого высокий уровня. Ну вот это девятка получается, да, это вот это вот семерочка, легкий танк, хотя он настолько здоровый. Интересно, что здесь от легкого танка, прям очень странно. И вот он, Project Murat, тунча с 10 уровня, с крепкой башни, да, и вон он, 11 левел. Что-то такое вот огромное, не знаю, двухствольное, Маус или что это. Что-то похоже на Маус, наверное, или Хори какая-нибудь огромная очень, короче, вон она там скрывается. А дальше, если перейти, где больше ответов, вы, соответственно, здесь и узнаете обо всем. Здесь очень много материала, поэтому прошу слушать действительно внимательно, чтобы хотя бы приблизительно понимать. Коротко о главном. Новая компания личных боевых задач состоит из трех операций. Три операции будут. Награда за выполнение всех задач каждой операции — это уникальный танк. Ну, то есть здесь ничего сложного, да, три операции, соответственно, лутаете, как и в 2.7.9, в 2.6.0, да, по каждому танку забираете танчик. Операция включает себя три ветки ну то есть как бы нужно понимать три ветки каждая из которых делится на 5 подветок в этой в этих ветках набор 25 задач объединенных главным условием подветка содержит 5 боевых задач ну и соответственно пятое задание становится доступным после выполнения четырех предыдущих то есть что вы должны понимать ну допустим если мы откроем калькулятор да вот смотрите у нас получается каким образом все. Ветка, три ветки. Ветки включают по 25 задач. То есть 25, да, мы умножаем на 3, получаем просто-напросто 75 задач для того, чтобы залутать один танчик. 75 задач, не 15, там или еще сколько, а 75. Но, с другой стороны, если мы посмотрим, да, то у нас сейчас ты по ветке ST идешь, там делаешь 15, по ветке тяжам 15, по ветке LT 15, там 15, там 15, и у тебя как бы э, сейчас 75, а раньше было 15, допустим, умножаешь на 5, получал 75. Ну, то есть, по большому счету, разница как бы никакой, что там, что здесь... То есть количество выполнения задания осталось идентичным. То есть это ветки, каждая из которых делится на 5 подветок. Подветка содержит в себе 5 боевых задач. Ну, короче, чтобы не пудрить мозги, просто знайте, что будет 75 задач. Там ветка на подветку, это просто уже более сложно, да? Это нужно рисовать, что три ветки, потом эти из этих трех идет пять таких маленьких, хотя а в свою очередь содержит. Ну, короче, матрешка получается. Самое главное, что вам нужно понимать во всей этой схеме, да, что есть условно говоря. 75 задач, которые вы делаете, вы получаете определенный танк. То же самое, как и сейчас, да, только если раньше там делилось по классам средним танком, да, по классам там тяжей как-то на 2.6.0, а допустим по если взять э, 279, то там делилось, допустим, союз, там какие-то определенные нации, ты на них мог делать, там, допустим, какие-нибудь американцы, британцы, китайцы, ты на них там делаешь ЛБЗ. То здесь как бы то же самое будет, только немножко по другим соусам. Количество задач останется прежним. Задача разделяется по уровням техники. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Выполнение финальных задач по две с отличием финальных. Задач под веток. То есть, так как у нас под веток 5, да, соответственно, и три ветки включает из себя в три ветки, каждый из которых имеется. То есть, вам нужно еще на отличие делать 15 задач в каждой ветке. Да, то есть 15 сделать здесь, 15 делать здесь, 15 делать здесь. И вы тогда получите, если вы все четко сделаете, боевую машину 11 уровня задач под так обязательно. Выполнение финальных задач, не всех, а финальных. Ну, то есть, так же, как и, допустим, вы там делаете 14, допустим, просто, а финальную делаете с отличием. То же самое здесь. То есть, вам нужно 15 задач в каждой в каждой операции сделать, и тогда еще вам 11 левел получит то есть 4 танк. Важно, танк 11 уровня появится после выхода обновления 1.32. Ну, то есть есть такой вариант, если вы прям совсем быстро все это дело будете делать, то вы получите танк, а соответственно танка еще не будет. Его чуть <laughs> позже начислят. В общем так. Ну и теперь тут самый главный вопрос, да, по которому мы быстро пробежимся, чтобы понимать, вообще, что да как, и самые главные ответы: будут ли какие-то ограничения ЛБЗ? Например, определенный класс техники, нации или уровень техники? Ограничений по классам или нациям не будет. То есть задачу будут разделены на следующие группы: 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, короче, классно. То есть, если раньше вы там должны на советах делать, или на, на поляках, или еще что-то, или какая-то нация вам не то чтобы не нравится, но нет подходящих танков, то теперь этого нету. То есть, если есть задача, ты на любом танке восьмого уровня можешь выполнять. Это здорово. Я считаю, вот это вот прям самое классное. То, что задача делится не по нациям, не по веткам, а просто по уровню техники. Это реально удобно. Это прям удобно. За это лайк. Как получить танк 11 уровня в рамках новой э, компании ЛБЗ? Для получения 11 необходимо выполнить с отличием все финальные задачи. Суммарно в третьей компании будет 45 таких задач. Ну, как я и сказал, 15 с 6 по 7, 15-10, 15-10. Ну, то есть, все логично, 45 задач лутайте с отличием. 45. Ну и, соответственно, получает танк 11 уровня. Попотеть, я думаю, придется. Когда будет информация о новом танке 11 уровня. На данный момент можем сказать, что это будет сверхтяжелый танк 11 уровня с механикой двух орудий. Ну, тут кому такое нравится. Да, у нас есть СТ-2, как бы. Сильно большой популярностью не обзавелся, но вроде бы новый вышедший ТС-54 прям оказался очень неплохой. И 703-й вариант 2 объект тоже сильно. Посмотрим, что будет, но тем не менее, вот... Двухстволочка останутся ли предыдущие компании после ввода новой? Да, первая и вторая компания останется в игре. Также можно будет одновременно выполнять три компании. Ну, то есть, типа, если вы не взяли 279 или не взяли 2.6.0 или еще что-то, не переживайте, они не пропадут. Можно будет также залутать все это дело. Будет ли возможность отслеживать прогресс выполнения задач? Как-то было. Ну да. Ну, то есть, ответ на это все. Можно ли в бою будет смотреть? Прогресс выполнения ЛБЗ? Да, можно, сложного, ничего нету. Сколько задач в каждой операции? 75. Ну, это мы уже подсчитали, да, по 75. В совокупности это сколько? 70, 70, Это 210. И получается еще по 5. Это 225 задач. Ну, в совокупности, насколько я понимаю. А, вот, далее идем. Боевые задачи формировались с учетом особенностей оборудования, понижения штрафов. Да, д да, 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 да. да, боевые задачи формировались с учетом всех изменений в игре. То есть, насколько я понимаю, из вот этого боевые задачи формировались с учетом особенности оборудования на понижение штрафов при повреждении. А, все, я понял. Смотрите, когда только вышли ЛБЗ, и, эм, насколько я помню, оборудование, которое там как-то укрепляло внутренние модули и все остальное, этого не было. А ЛБЗ на криты сейчас одни из самых сложных. Я бы реально сильно как бы этого не знал. Я ЛБЗ всегда проходил. Ну, так, прошлись и прошлись. То есть никогда не задавался вопросом. Потом мне как-то на стриме предложили, я поиграл, понял, то, что да, действительно это очень сложно сделать. И поэтому разработчики как-то поменяли. Возможно, ЛБЗ накрыты будут, либо будут в очень маленьком каким то количестве, либо что-то другое. Ну, короче, наверное, такого пыхтения, когда 50 на 50 зависит, такого, наверное, уберут. У задач будет основное дополнительное условие, как и в прежних, или же одно условие. У большей части 60 из 15 будет только основное условие. Ну, да, соответственно, ты просто основное выполнил, и все. А у финальных 15 нужно, так и доп. Ну, то есть, как бы. 60 вы проходите. Вот так вот просто вам не нужно заморачиваться, потому что даже не будет никакого допа. То есть вы основное делаете, и все. У финальных будет еще плюс 15. Ну, то есть как бы... Тут доп. условия. Короче, вот так вот. Что будет, если я выполню все задачи на танк 11 уровня до того, как он появится в игре? Вы получите главную награду компании в тот самый момент, когда боевая машина станет доступна для игроков. Это знаешь, что напоминает? Это напоминает сейчас, ну, те, кто вот следят за телефонами. В последнее время такая тенденция, то, что выпускают какой-то смартфон, будь то там, не знаю, iPhone, вот iPhone, да, 16 там или еще что-то, Intelligence, там какие-то нейронные сети, а все это дело появится только потом, 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 потом. То есть люди покупают телефон, этого еще нету, также и в пикселях. И в некоторых других телефонах. Ну, не суть. И здесь то же самое. То есть вы прокачаете, как бы все пройдете, но танк вам не начислят. Ну, потому что его не будет, если вы сильно быстро это сделаете. Но тем не менее, разработчики планируют дополнительно начислить таким игрокам особую памятную награду в качестве поощрения. Ну, возможно, это будет какая-нибудь медаль, резервы, там, не знаю, бонусы, нашивка какая-нибудь, ну, что-нибудь такое, чтобы можно было понтануться, скажем так, в рандоме. Ну не сильно, конечно, какой-то такой критический момент, но тем не менее. С другой стороны, может быть, это как раз таки говорит о том, что разработчики не успевают все это сделать. То есть выходит ЛБЗ, а как бы танк-то еще и нету. Может, все это дело тестировать? Не знаю. Ну, в общем, господа, вот так вот может быть. Какого типа будут задачи? В стиле задачи на одно выполнение или же задачи на успешную серию из N выполнения, как в компании на объект 289? Ну да, это там, то ли там, не знаю, там, два раза поджечь врага там за, не знаю, 10 боев, ну, типа такого, помните, там, на криты, на войнос, что-то только нету, да? В компанию, которая вот выйдет Новые горизонты, входят боевые задачи разного типа. На одно выполнение, на успешную серию, а также накопительные задачи. Ну, то есть, накопительный это самый легкий, то есть, вам там дадут задачу, там, заработать, там, 10 тысяч опыта за любое количество боев, там, на 6-7 уровне, и ты сидишь, как бы, делаешь. С другой стороны, знаешь, все это дело, вот почему хорошо еще по левелам то, что делят, появится, скажем так, хотя бы какая-то масса игроков, которая спустится к 6-7 левелам. то есть, немножко разбавится баланс. С другой стороны, чем это будет грозить, когда будут игроки в рандоме, которые будут все играть чисто на ЛБЗ. Допустим, надо светить, и будет огромное количество ЛТ. Ну ладно, это дело такое себе, но... Задача будет на накопление, задача будет такие, что там в бою нужно войны заработать, ну, условно говоря, и на успешную серию, то есть, допустим, там в пяти боях нужно выжить там три раза, вот, пожалуйста, то есть такие задачи тоже будут. Будут ли бланки приказов новой компании? Нет, Такого не будет. Возможно ли появление дополнительных способов получения бланков до текущих компаний? Нет. Ну, то есть бланков вообще не будет. Можно ли использовать накопленные бланки из других компаний? Нет. Ну, короче, все, что связано с бланками, вообще нет, никак не катит, нельзя, ни зачем, ни почему, ни из прошлых, ни из будущих. Короче, никак. Бланки здесь не канают. Бери, проходи. Все. То есть, как там, win to pay? Нет, или как там? pay to win, да, pay to win, плати и побеждай, такого здесь нету. Плати и, как бы, и еще выполняй ЛБЗ, короче, здесь такого нету. Техника за завершение операции будет акционной или премиумной. Все четыре танка будут акционными. То есть, ни одного према не будет, то есть, так же, как и в 2.7.9, так же, как и в 2.6.0, все танки у нас акционные. Можно ли выполнять задачу компании Новый Горизонт на танках, полученных в рамках этой компании? Да, можно на любой технике подходящего уровня. То есть получил танк, танк 11 левла, прокачал, можешь выполнять ЛБЗ. Будет ли задача новая компания личных боевых задач сложнее, чем в прошлых. Ну, то есть, короче, будут ли эти ЛБЗ сложнее, чем в прошлых. Как уже писали выше, большая часть каждой операции будет под силу каждому игроку. Выполнение финальной задачи потребует усилий. Следующая операция будет сложнее предыдущей. Но это база, да, чем ты выше идешь, тем сложнее. Ну, то есть прямого ответа нету, как бы так красиво ушли от ответа. Ну, в целом, вроде бы как бы и сложно, но вроде бы как бы и каждому под силу. Можно ли выполнять задачи в компании в составе взвода? Или будут именно взводные задачи или только соло? Да, задачу можно будет выполнять в составе взвода, однако будет учитываться только ваш результат боя. Ну, то есть, как бы, если у вас там задача стоит там взять воина, то а вы взводом там набили 6 фрагов, не считается, то есть только вы. Но в то же время вы можете катать взводом, и кто-то будет вам помогать, допустим, закрывать вас, минусовать там, не знаю, хп у танка, чтобы вы его потом подзабрали. То есть в целом взводом можно будет лутать задачи, но при этом результаты будут учитываться только ваши. То есть обхитрить систему в каком-то плане не получится. TF2 Кларк огнемет, это 9 левел, который. Такого же принципа, как и объект 156. Будет ли накладываться эффект дезориентации? Нет. Это представитель нового класса техники, тяжелый огнеметный танк. Ну, то есть, если класс техники есть, значит, появится и ветка. Но, скорее всего, это как первый акционный, потом какой-нибудь прем-8 выйдет, и потом ветка. Это в целом плюс. Нафиг это оглушение не нужно. Еще бы убрали арты, было бы еще лучше. Короче, минус оглушение это хорошо. Появляется огнемет. Тут вопрос, конечно, серьезный. Будет ли пересмотр условий задач предыдущих ЛБЗ? Нет. Ну, то есть, прошлые ЛБЗ как были, так и останутся, никто их трогать не будет. Можно ли выполнять задачу предыдущих компаний на технике 11 уровня? Ну, то есть, допустим, вы залутали какой-то танк, прокачали и будете выполнять ЛБЗ там на 2.0 или на 2.7.9. Нет. Не будут. Ну, то есть. Играйте на десятках. В целом, господа, вот какая-то такая информация. Что нужно знать? Вам нужно будет для того, чтобы залутать танк, сделать 75 задач. Раз, 75 задач. 2, 75 задач. 3, у вас три танка. А, то есть, то же самое, да? По 15 мы уже просчитали, что так 75, что у вас так 5 веток, да? Там СТ, ПТ, ЛТ и все остальное. Что так? Все... То есть, делается по количеству все то же самое. Последние... 15 задач нужно сделать с отличием. Для того, в каждой ветке для того, чтобы получить танк 11 уровня. То есть вы можете этого не делать, можете это делать. То есть, если сделаете, получите танк 11 левела. Можете не сделать, не получите танк 11 левела. Тут как бы как вы хотите. Вот. Что еще самое главное? Так вот, прям основное нужно знать. Теперь нету классов, нету нации или еще что-то. То есть все делится просто по левелам. То есть тебе задача взять воина. Ты можешь это сделать как на тайпе 64 на 6 уровне, так можешь и на КВ-2. Абсолютно разные нации, абсолютно разные классы техники. Это классно. То, на чем тебе нравится, вот тебе нравится, не знаю, светить, да, на GPT 75 или в кустах стоять, как ПТ. Таких много сейчас на GPT, вот 75 в кустах стоять, да. И там нужно будет нанести столько-то дамага с, не знаю, не быть засвеченным. И вот нравится тебе GPT-75, вот ты и будешь это делать на этом. Это, конечно, тоже интересно. Вот, ну, в общем, это плюс. Ну, и как я считаю, то есть на восьмом уровне столько классных танков, и они теперь не делятся ни по нациям, ни почему там премов одних. Это просто... Представь, сколько можно чисто на премах делать ЛБЗ и фармить, и ЛБЗ делать. Вообще кайф. Вот, ну и плюс ко всему, теперь основная масса задач, они будут 60, они будут только основные. То есть сейчас вы в каждой задаче можете выполнить как основную, так и доп. Ну, то есть, чтобы получить там награду. Теперь такого нету. То есть, быстрее вы их сможете пройти, просто основную задачу лутайте и все. То есть, вам не нужно доп. условия. Доп. условия только в последних 15 будет соблюдаться. То есть, если ну, как считается, сейчас ты делаешь, допустим, на 2.6.0, да, ты одну в ЛТ делаешь, одну в СТ делаешь, одну в ТТ, т -т -т -т. вот ты и как бы и сделал с отличием. А если в трех ветках взять, допустим, ты делаешь в Штюге, делаешь Т55А и в 2.6.0, вот у тебя как раз 15 задач с отличием и получается. То есть, по сути, то же самое. В общем, господа, вот как-то так. Награды мы уже с вами смотрели. Какой-то очень странный легкий танк, он какой-то огромный, мне кажется, не знаю, Вспомните какого-нибудь изящного, ну что, седьмой левел, а мы 13, 57 1357 То это будет пока? Очень хороший вопрос. Э -э, тяж или... А, это СТ-шка 10 уровня с башней. Ну, судя по тому, какая башня здесь без кумбашенок, я думаю, это будет интересно. И верхний бронелист такой, как бы с углами. И барабана три снаряда. И это, короче, будет интересно посмотреть. Ну и вот он, огнемет с вот таким вот большим дулом, который будет всех полить. Ну и он сзади, так вот где-то там, стоит у нас танк 11 уровня. В общем, господа, вот такие новости. Пишите, что вы думаете об этом в комментариях. Мне будет интересно почитать. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите. Либо я отвечу, либо, может, кто-нибудь из других ребят, которые более... Лучше вас усвоили эту тему И может быть подскажут В общем, господа, как-то так Готовимся к новым ЛБЗ Будем проходить, выполнять Всем большое спасибо Не болейте, ребят И приходите обязательно на мои стримы Каждый день 20.00 по МСК Там мы разыграем голду Общаемся и вообще классно проводим время Всем большое спасибо До новых встреч Пока-пока Thank you